300 школьников региона отдохнут на летних губернаторских сменах. Первая для гуманитариев официально открылась в Серебряном Бору. Здесь школьники смогут поправить здоровье и поучиться у лучших педагогов региона. На первой смене ребятам предстоит обсудить туристический маршрут Тюмени и составить настольную игру, посвященную нашему городу. Напомню, попасть на такой отдых могут только те ребята, кто в течение года хорошо учился и побеждал в олимпиадах и всероссийских конкурсах. Я очень активная, и люблю участвовать в различных конкурсах и принимать участие. Ну и бываю иногда победителем, участниками, и также призовые места занимаю. Второй раз мне просто очень нравится здесь атмосфера, нравятся педагоги, нравится получать знания, а также находить новых друзей. Вторая губернаторская смена для физиков и математиков откроется 13 июля.